Майор Стеблов, начальник заставы. Товарищ майор, прибыл для дальнейшего прохождения службы в должности заместителя начальника заставы по политчасти. Моя жена Евгения Константиновна. Очень приятно. Андрей Николаевич, как доехали? Спасибо, хорошо. Можно сказать, с корабля на бал. Только свадьбу сыграли, сразу в поезд. Вроде свадебного путешествия. Поздравляю и желаю счастья. А почему молодая жена такая невеселая? 6 апреля на 69-м году жизни скончался советский молдавский актер Борис Бекет. Борис Ильич Бекет родился 7 февраля 1953 года в селе Вадул Молдавской ССР. В 1975 году он окончил актерский факультет Кишиневского института искусств. Работал актером Бельского драматического театра, затем перешел работать в поэтический театр. С 1983 года Борис Бекет снимался в кино. Что заставы у нас тихие, тоже слышали? Так точно. Вот этому не верьте. Тихих застав не бывает, как не бывает добрых врагов. Тишина – штука коварная. Не заметишь, как убаюкает. А потом только расслабишься и прорыв. Так что сами понимаете. Да. Когда я служил на южной границе, у меня начальник был. Большой любитель поэзии. Так он у солдат в казарме транспарант повесил. Покой нам только снится. Он сыграл в лентах «Найди на счастье подкову», «Тихая застава», «Нескончаемый месяц ковша», «Коршуна добыча не делится», «Танго над пропастью» и «Троица». Это пострадавший. А, здравствуйте. Здравствуйте. Гражданин этот Цирбу. Очень беспокойный гражданин. 15 кругленьких. 15 суток? Да. А на каком основании? Что он совершил? Нанесение телесных повреждений. Поврежден ваш левый глаз. Доказательство, как говорится, на лице, на вашем. Ну хорошо, а если я обращусь к прокурору? Светлая память актеру и соболезнования родным и близким.